Всем привет, друзья! Сегодня будем делать мини-тепличку в бюджетном варианте. Это вот такая вот монтажная лента LM40 на 2.0. 40 это 40 миллиметров ширина, 2.0 это толщина 2 миллиметра. А длина данной ленты 10 метров, брал я ее за 590 рублей. Вот, будем делать вот из этой ленты дуги. Что получится дальше, смотрим, не переключаемся, какая получится тепличка в бюджетном варианте. Погнали! Так, есть у меня тут еще остались кусочки, мы попробуем их соединить между собой. И что у нас из этого получится? Я думаю, получится что-то типа вот такого вот. Я сейчас примерил и буду отрезать такие полоски по 2,40. Мне этого вполне будет достаточно. 2 метра 40 сантиметров. Так, итого у нас получилось 5 дуг.
из остатков ленты делаем вот такие вот полоски длиной 90 сантиметров. Они будут у нас связывать между собой дуги. Нам нужно 4 штуки. Идем устанавливать. Получилась у нас вот такая вот петличка. Длиной 5 метров, шириной где-то около 1,20 м. Все бюджетное просто. Всем, кому было полезно данное видео, заходим на канал, подписываемся, пальчики вверх, оставляем комментарии. Всем здоровья, удачи и всем пока!